Нам всегда было приятно общаться с вами, всегда было приятно получать информацию о дорожной отрасли, о развитии дорожной отрасли. И я вас от имени всего коллектива приветствую, желаю крепкого здоровья, надеюсь, что город Баку и наша компания оставят приятное впечатление. Спасибо. Спасибо. Даем дань уважения Алиму Саевичу, поскольку от результатов его труда зависело решение многих вопросов в дорожной отрасли Азербайджана. Решение нашего межправительственного совета дорожников, где компания развита, за многолетнее плодотворное сотрудничество с Межправительственным советом дорожников и строительство уникальных объектов в Азербайджане и других стран мира награждается почетной грамотой Межправительственного совета дорожников. Разрешите под вашими бурными аплодисментами вручить руководителю компании. Как это на Востоке бывает, в знак благодарности, Камиль Алиевич, мы хотим вас одеть вот таким халатом, вот в красавице. Это просто благодарность, что вы разрешили нам, помогли провести ваши сына, наши мероприятия. Генеральный директор компании «Азвет» Али Мусаоглы Алиев скончался после длительной болезни 23 апреля 2016 года.